если там? Попробуем. Давай, заходим. Давай. Нам надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно спуститься на улицу. Теперь ты. Надо выйти на улицу. Вроде никого. Ага. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Хм. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим.
Так. Рядом с этими высотками. Нам туда. Ладно. Найдем эту Лию. Ты в норме? Ага. Я думала, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. Не нарваться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Видела два, но их наверняка больше. И когда до них дойдет, что мы выбрались... И поубивали их друзей? За нами ренится вся Арава. Это ж надо было так, из-под тишка. Они не такие, как мы. А вдруг мы беженцы? Вдруг мы, ну, знаем что-то важное. Видимо, их это не волнует. Дина, свежая кровь. Я готова. Уложила? Да. Черт. О, сердце колотится. И у меня. Thank you.
Я вот чего не могу понять. Почему они не убили вас с Томми, когда был шанс? Не знаю. Это неразумно. Может, они тупые. Может... Что? Может, просто вы не те, кого они искали? Вот вас и отпустили. Только они нас так отделали. Этот Джордан мне лицо разбил. Да, но почему они не довели дело... Уже не важно. Они облажались. Да уж. Как звали эту девчонку в записке? Ту на телестанции. Лия. Это та, которая... та, которая с косой? Нет. И я помню только, как она рыдала рядом с тем садистом, когда я рожу ему порезала. Так, что мы будем с ней делать? Выясним, что ей известно. Выясним, где остальные, видно будет. Спросишь, за что они его так? Да. Ты ничего нового не вспомнила из разговоров с Джоэлом? Ничего. А может быть, что он натворил такого, о чем ты не знаешь? Легко. Он многое держал в себе. Интересно, что думает он? Он-то наверняка знает, с кем у Джоэла были счеты. Что ты хочешь сделать? Застрял. Попробуй выпихнуть его с обочины. Есть. И что ты хочешь с ним сделать? Я сейчас вернусь. Я буду здесь. Это еще что? Бомба, что ли? Мастерски сделано.
Не зря сходила? Да. Хороший улов. О, зацени. Сиэтл сменил одного диктатора на другого. Как думаешь, давно это тут? Пару лет, не меньше. Я думаю, повесили сразу после того, как разделались с военными. Вот людям, наверное, было страшно. Сперва эпидемия, потом Федра, потом псы. Интересно. Сколько согласилась примкнуть к этим ублюдкам ВОВ? Хороший вопрос. Вроде даже отсюда вижу. Как поступим? Посмотрим. Уже тошнит. Знаешь, сколько раз я его жратвой травился? Вот и пришлось рыбачить. Что-то есть захотелось. Да? Так не надо обсуждать еду. Да. А где эта стерва? Она где-то здесь. Она точно не из шрама? Она была на лодке. Она не знает. Еще остались? Вроде нет. Хорошо.